На днях министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов встретился с военнослужащими Энской воинской части, расположенной в прифронтовой зоне, побеседовал с ними во время обеда. Для военнослужащего Игоря Рыскина, отличающегося в воинской части образцовой службой, эта встреча с министром обороны также останется в памяти, как приятное воспоминание. Игорь Рыскин родился в Баку. В 2019 году окончил Национальную академию авиации по специальности «Авиационная инженерия» с дипломом отличия. Его диплом говорит о его образованности, а его грамотная, содержательная речь – о широком кругозоре. Такие его слова, как «Я люблю небо» и «Стану пилотом». «Горжусь, что я нахожусь в рядах тех, кто защищает свою родину», а также тем, что вызываю чувство гордости у моих родителей и сестер, лишний раз доказывают его патриотизм и любовь к родине. Рядовой Игорь Рыскин так описывает свои впечатления от встречи с министром обороны. «То, что я служу именно в этой воинской части, моя судьба. И я доволен ею, доволен своим характером, тем, что благодаря требовательности к себе я стал образцовым солдатом. Мне трудно передать чувства, которые я испытывал, когда сидел за одним столом, беседовал с министром обороны Закиром Гасановым. Я до сих пор нахожусь под впечатлением. После увольнения в запас я планирую продолжить обучение, усовершенствовать свои знания, работать в сфере гражданской авиации». Однако, слова, сказанные министром обороны с большим уважением, слова «может, в будущем продолжишь военную службу», заставили меня задуматься. Возможно, случится так, что я выберу не гражданскую авиацию, а стану военным пилотом. Мен Рыскин Игорь Михайлович, 1997 года Баки шәһәрендә анадан булмышам. 2019 елда Илиевская академиясына Uçuş mühendisi fakültesini İngiliz dilində fərqləmə diplomuyla bitirmişəm. Göyləri sevirəm, pilot olacağım. Göyləri sevirəm, yeri torpağı, vətənimi qoruyanların sırasında olmağımla qürurlanıram. Həm də ata-anamın, bacılarımın mənimlə görülməsindən fəxr edirəm. Məhz bu hərbi hissədə xidmət etmək mənim taleyimdir. Taleyimdən, xarakterimdən, özümə məsuliyyətimdən razıyam ki, nümunəvi əsgər olmuşam. Nümunəvi əsgər olduğum üçün mənə nəsib olan qədər sesikonun xoşluğunu son nəfəsəcən unutmayacaq. Müdafiə Naziri General Polkovnik Zəkir Həsənovla eyni masar arasında nahar etmək, söhbətləşmək, bu duyğuları, o anları necə yaşadığımı ifadə etməyə çətinlik çəkirəm. İndi də həmin yadda qalan xoş anları təsirindəyim. Nə gizlədim, hərbi xidmətimdən təhir sorduqdan sonra təsirimi davam etdirmək, daha mükəmməl bilik yerlənmək, ölkə əvəzində işləmək niyyətindəydim. Müdafiə Nazirinin böyük sayılarla bəlkə gələcəkdə hərbi xidmətini davam etdirərsən, təklifi mənim düşüncələrimi tərpətdi. Deyəsən, hərbiçi olacam, mülki əvəzənin deyil, hərbi əvəzənin pilotu olacam.